Фанаты волейбола, всем привет! Вот и пятая серия на канале. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку, а особенно человеку с не очень корректным ником за поддержку моего канала рублем. Если у вас тоже есть желание, то все реквизиты указаны в описании. Напомню, что было в прошлых сериях. Соперник Energy Volley проиграл нам первую партию, но затем в упорной борьбе вырвал вторую. Сейчас на ваших экранах будет третий решающий сет. Чтобы вышла следующая серия, давайте немного поднимем планку и наберем 500 лайков и 50 комментариев. Также обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Не смею вас больше отвлекать. Приятного просмотра! Играй! Страхуем! Давай! Играйте! Нихуя себе! Давай, не все еще, Дима. Еще целых 12 очков, Дим. Учитывая, как мы серийно ошибаемся. По 6 атак, да? Валя. Да, Руся? Давай. Давай, продолжаем, просто работаем. Без ошибок своих собственных. Играть! На блоке тоже ровненько, постарайтесь, чтобы не отлетело никуда. Играй! Бей! Ты видел, как он тележно разбегался, пиздец? Ты 4 шага в бок, потом. Дави. Я искренне надеялся, что ты такой же финт не будешь исполнять, потому что Руслан тоже стоял, курил. Ой-ой-ой. Ау. Давай, ну не замолкаем, давайте уверенно, хорошо пятую партию проведем, третью. Всего пятую за сегодня. Ему в руку попал, я еще и вывернул. Браво. Наш! Умница! Переход. 8. Тебе надо было висеть в воздухе. Можно было свистнуть это, я согласен. Ну, честно, я сейчас даже вышки на окно есть, да? Сейчас не свистят. Ну да. Фу, бля.
Давай, 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 еще продолжаем, продолжаем, продолжаем. Блин, пацаны, мне, ну... А как мне партию эту в одну в целое видео вставлять, короткую? Блин. Ну. Я-я-я. Успел? Нормально? Ну я видел, что ты не сильно оттянулся. Меня замахли. Играй, играй. Давай, давай, Егор, тут. Блин, 10 подач. А, я с подачи начинал. 10 подач. Иди крест. Иди вот так, вот так. Иди крест. Не иди крест. Давай, эй. И, врач. Да, Санек. Вот это мы даем. Умница, наш! Играй! Пойдет, пойдет, еще, Егор. Валенька! Падает. Ты, это не теннис, Диман. Я думал, мягенько так ляжет. В итоге как от дерева, блядь. Бум. Давай. Давай. Нет, как хочешь. Но я сниму специально, чтобы ты... Не, ну не факт, что я бы поднял, если честно. Но красиво бы мог панкейк для контента. Вот так. Хорошая подача, мужики, прием сразу. Оп. Нормально падает? Вот так. Вообще жесть. 10 подач подряд подал. Перебор. Я и. Довести. Саня, почему по пятой не бьешь? По пятой почему не бьешь? Тебе неудобно туда ударить? По пятой зоне. Да? Просто крутишь в блок как раз. Давай вот так. Давай. Во, нормально. Пацаны, спасибо. Теперь уже можно видео целое сделать из этой партии. А то, блин, если 15-0 было бы грустно. Я. Бей! Антенна! Играй, играй, играй! Играй, играй! Эй! Играть! Ну да, да, да. Была, 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 точно.
Хорош. Там оставит. О. Так долго смотрел. Ирач. Да я сначала подумал, так, он напротив меня стоит, сейчас прыгнет. Потом думаю, ладно, попробую скинуть. А я на тебя смотрел долго, да? А. Руслан. А, ну это был контрольный, ладно. Вот так тебе надо прийти. Играй! Чё? Вот, Валёк! Ну, наконец-то! Разочек-то хоть! И-я-ся! Разозлившись на себя за провал в предыдущей партии, мы не оставили шансов сопернику в третьем сете. Осталась последняя решающая игра, в которой определится победитель турнира. Ну а чтобы она поскорее вышла, набираем 500 лайков и 50 комментариев под этим видео. Не забывайте подписываться на YouTube, а также на мой телеграм-канал. Огромное спасибо каждому за просмотр. Ну а с вами был фанат волейбола. До скорой встречи!